Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на своем канале. И вы знаете, мне бы хотелось сегодня затронуть такую тему, как когда к вам приходит идея, начните тут же действовать. Начните искать возможности, как ее реализовать. Почему? Потому что, общаясь с многими людьми, с различными людьми, я убедился в том, что ты спрашиваешь у человека, почему у тебя такая ситуация в жизни, начинаешь с ним разговаривать о чем-то, начинаешь искать причину этого сложившейся ситуации. Человек говорит: да, ты знаешь, я думал об этом, да, ты знаешь, мне приходила такая мысль в голову, мне приходила такая идея, и я потом я как-то упустил возможность, не стал тут же сразу делать, и потом я уже и забыл об этом, а мне сейчас уже вообще этим даже заниматься не хочется. И вы знаете, я вот слушая такие истории, я убедился в том, что вот благодаря тому, что люди быстро не реагируют на какую-то идею, не реализовывают ее, они, к сожалению, потом упускают всевозможные возможности. И это, к сожалению, ведет к таким негативным последствиям в жизни. Почему? Потому что люди, они так устроены, они ищут себя. И к нам порой через наши мысли, через наше сердце приходят подсказки. То есть какая-то идея приходит, какая-то мысль, оно приходит тебе, и ты не воспользовался этим. Ты пропустил мимо себя, и потом человек, он очень сожалеет об этом, но упущена возможность, время, и очень тяжело потом наверстать упущенное. Поэтому, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что не упускайте эти возможности. Как только к вам пришла идея какая-то, во-первых, самое главное, вы ее зафиксируете, вы ее запишите, вы ее пропишите. Даже если у вас 3 часа ночи озарит что-то такое великое, такое серьезное, вы просто даже возьмите на дверях, на что угодно, на чем угодно, возьмите, напишите это, пропишите. И на следующий день, когда вы утром проснетесь, когда вы начнете изучать этот вопрос, вы просто тут же начнете ее реализовывать. Почему? Потому что как только вы сразу же начнете ее делать, осуществлять эту идею, у вас начнут возникать какие-то возможности, какие-то с людьми вы начнете встречаться, которые вам, возможно, будут помогать осуществлять эту идею. И на выходе вы будете иметь огромный результат. Почему? Потому что наша жизнь, она и состоит из этих кирпичиков. Как можно больше мы сделаем кирпичей в своей жизни, тем больше мы будем наполненными, и мы сможем продвигаться к своей цели. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы вы не упускали свои возможности, чтобы вы были мудрыми людьми, и пусть вам сопутствует удача.